говорю вам спасибо за то, что вы не стесняетесь своих эмоций. Спасибо за то, что вы романтик. Спасибо. Меня так, ну, душу мою на крыльях так вознесло вверх от радости. Привет для радости. Просто зараз з'явиться ще одного учасника. И це Роман Веремейчик! Когда, ну, произнесли мое имя, вообще так, ну, просто порвало внутри. Рома певец. Кто будет выступать? Рома. Я пел вот так вот, я остановился, так назад руки. Открывал рот и пел. Зал ДК Маяковского вообще казался сценой Голливуда какой-то. Здравствуйте. Доброго дня. Все хорошо? Да. Песня, по сути, крик души людини, яка співає. Попробуй. Просто любопытно, как это будет звучать. Хочу побачити Романа таким драматичним. Звучит как-то она пока, ну, плоско, Саша. Не проникновенно. Я бы ему эту песню не давал. Ему нужны красивые романтические песни, полетные, вдохновенные, какие-то очень добрые, восторженные, может быть. Мурашки по рукам бежали. Всегда, когда чувствуешь мурашки по рукам, значит, идешь в том направлении. Ну, значит, самого берет то, что ты делаешь. Было достоверно, да? Ну, у меня претензии есть всегда. Значит, хорошо. Но значит, ты еще жив. В этот раз ты еще жив. Ромка, по-моему, для себя сделал невозможное. Ты реально потеряла что-то очень близкое, и нет возврата в хорошее. Есть просто начало и еще усугубление этого всего. А в конце вообще можно с ума сойти. Роман Веремейчик. Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене. Я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Спрашиваю.